Добрый день. Вопрос к эфиру. Элла Кантер, вопрос. Расскажите, пожалуйста, о кальците, яйцо дракона. На самом деле очень интересный такой минерал. Минерал венский. Это кальцит, но кальцит специфический. Если брать, допустим, наш российский аналог, это симберцит. Там чуть-чуть другого цвета, такого темно-медового. А в других местах добывается там такой серый цвет и достаточно светло-желтый такой. Вот. Чем занимается? Работает и с психосоматикой, и успокаивает, и стабилизирует, балансирует, гармонизирует психику, спать хорошо, хороший качественный сон, помогает взаимодействовать и перезагружать эфирное тело, очищать. Это второе тело после физического, следующее. Вот. И вообще кальцит возвращает нас к нашей собственной врожденной природе. Соответственно, когда мало искажений, мы себя чувствуем очень хорошо. И дает такое как бы уютное состояние на душе и комфорт в теле. И убирает какие-нибудь, ну, достаточно хорошо убирает мании, фобии, страхи. Вот. Ну, как-то так. Вот. Хорошо работает с лимфатической системой. Выведением флаков, токсинов, солей, тяжелых металлов. Отрицательно заряженные ионы активизируют. Ну, еще достаточно такой очень вкусный такой минерал, очень уютный, очень дружественный, очень пластичный и хорошо еще идущий на контакт с человеком. Приглашаю вас на обучение по литотерапии. Подробности по ссылке под этим видео.